Всем привет! Вы на канале Афера Поэт. Сегодня у нас знаменательный вечер. Мы получили машинку. Да. Для стрижки. У нас кролики в очередной раз линяют. Мы решили по рекомендации ротологов побрить кроликов. Вот такая машинка специально для животных. Итак, что у нас в комплекте? В комплекте у нас провод питания. Очень интересно, что у нас провод питания на одной стороне USB, на другой стороне в машинку. Но самого блока питания не положили. Очень интересно. Я думаю, что такого интересного обычно нет. В общем, у нашей мамы уже есть такая машинка. Она покупала для собачки. Здесь такой момент, что вот эти зубцы, они пластиковые, чтобы не повредить саму собачку, ну, само животное. Насадки. Насадки идут 9-миллиметровая по стандарту, 6-миллиметровая, 12, ну и 3, чтобы прям совсем сфинкса сделать из животного. Щеточка для промывания, жидкость для смазывания, маслица специальная. Вот, эту машинку обрабатывать надо перед началом работ. В общем, сейчас все подключим, зарядим и будем стричь зайцев. Так, ну и что там, что-нибудь вообще берется? А это ты что зака делаешь? Ну здесь еще регулируется на самой машинке, типа глубина, я не знаю, или наклон. Ну и что-то ничего не происходит. Происходит. А, что-то происходит, Сэмик. Сэмик лишается шерсти. Мне кажется, все-таки поменьше лучше. Это мы взяли 9 миллиметров. Мы тут с мужем думали, я хотела 6, а он хотел 9. Но на самом деле, блин, все-таки у собак и у кошечек, у них все-таки шерсть. А у зайцев, нравится, а у зайцев пушок, из-за этого сложновато. Да, кстати, вот машинки в этом браться. Плане, это ж не первый раз, мы уже как-то пробовали брить Сэмика, как раз таки маминой насадкой, и машинкой маминой, и как бы брилось оно не очень хорошо, потому что вот этот пух, он просто приминается влево-вправо. Процесс, сразу говорю, не быстрый. Теперь мы взяли 6 наш насадку на 6 миллиметров. Ну, потому что совсем еле-еле берется. Не знаю, Полина Борисовна Маратканова мне сказала, что они 2 миллиметра оставляют. Мы на всякий случай решили все-таки побольше делать. Ну и мы не профессионалы, может, мы рукожопые, конечно. У профессионалов лучше это получается. Ну и машинки, наверное, да, у них получше все-таки. Для чего это делается? Это делается во избежание поедания шерсти во время линьки. А у наших сейчас как раз-таки идет сильная линька. И Сэмика сделали сокола опять. Вот, и поэтому они нализываются шерсти, и есть большая вероятность стаза. А это очень опасно. Поэтому мы решили заказать машинку и избавиться от грёбаной шерсти. Но мы не можем совсем избавляться от нее, потому что это неестественно, это все-таки будет... Не могу сказать, что холодно, но может быть первое время, конечно, холодно. Но у нас, в принципе, тепло в доме. Кто переживает по поводу звука, можете послушать, что очень тихо. Некоторые сравнивают этот звук с электробритвами, триммерами. Ну, то есть, вообще, Сэма не бесит этот звук, он не пугается. У нас Жорик и то громче жужжит, и они его не пугаются, не боятся. Единственное, муж говорит, что это вибрации, да, ты сказал? Ну, может, он пугается. Вибрации не нравится, но с
Сэм вообще очень спокойно реагирует. Ну, на удивление. Боюсь, Боксюха этого не будет. Боксюха вообще непоседливая. Сэм как бы с детства привык, что если чешут, значит, надо, ну, ждать, пока почешут. Это для его блага. А Бакси, она же вообще у нас диковатая. В общем, мы сняли, уже две насадки поменяли. Сначала делали 9, потом сделали 6, потом решили вообще убрать насадку. Да, я чисто переключил вот на двоечку, на самой машинке, и все, без всякой насадки. Потому что пух его невозможно насадкой. Он, получается, поднимается, чисто кончики шерсти срезаются, а вся шерсть остается. Очень мало было. Да, без насадки на 2-миллиметровой, этой самой длине, самое то, что нужно. Очень много шерсти вышло. Ну ты прям, зайка, весь верхний слой не выбривай меня. А что выбривать? Ты как будто бы весь верхний убираешь, а нижний белый, да, который, как это называется, под шерсток? Да, один он стоит. Нет, Семик у нас все равно был рыжий, мне кажется. Да ни хрена, он был как ковер с пятнами. Не, пятна были классные вообще. А вообще вообще как же? Может быть, уже другой бок? Я боюсь, что ты его добреешь слишком много. Посмотри, как много, охереть, Сэм. Такой смешной. Санек так этого своего Рексика врела. Ну, он какой тонкий. Ну, смотри у меня, мне кажется, как будто совсем мало оставил. Пятится, пятится. Он всегда так любит делать. Не сползай с тряпки. Глаза не закрыли ему. Да я ж держу, чтоб не сбежал. Куда ты засобирался, а? Успокойся. Закрываем глаза соколиные. Началось. Да, святую жопу затрогали. Успокойся, Сэм. Блядь, что? Хотите сказать, что у меня вся комната в шерсти? Естественно. Да, я вас всех тут убью. О, жопа уже белая. Это просто охуенно. Походу, мне надо будет его держать сейчас. Демонюк, успокойся. Да куда копаешь, блядь? Посмотрим. Теперь Боксюхина очередь. Надо будет их потом показать обоих в конце. Но у нее лучшие вроде, да? Нет. Нет? Ну, как будто, видишь, слой снимается. Офигеть, у нее как сливки какие-то. Как будто сливки снимает он. А мне что-то кажется лучше. Быстрее, чем у Сэмика. У него гуще, мне кажется, шерсть, чем у Баксинки. Баксен, у тебя прям безысходность в глазах, заяц. Жизнь тлен, все дела, но это же ради вашего блага. Баксена. Сэмику я уже пасту выдала. Выключай, мне твоя помощь нужна.